Согласно торговому уставу, в мелочных лавках продавались самые разные сладости. В экспозиции музея «Мелочная лавка» представлены коробки из-под манпансье, халвы сотового меда. В центре находится атласная продолговатая коробка. В такой бонбоньерке продавались дорогие шоколадные конфеты. Очень популярными были конфеты манпансье. Это разноцветные леденцы без обертки с насыщенным ароматом. Название происходит от имени герцогини Монпансье, известной по романам Дюма, как «Великая мадемуазель», которая якобы любила маленькие ароматные конфетки, приготовленные придворным кондитером. В XIX веке они продавались как в маленьких, так и в больших цилиндрических коробках. В XIX веке в России одними из самых популярных были конфеты фирмы «Ландрин». Коробочки из-под этих манпансье тоже представлены в экспозиции музея «Мелочная лавка». А название фирмы произошло от фамилии владельца Федора Ландрина, смышленого новгородского мужика. Позже к звучной фамилии кондитер добавил модное заграничное имя – Георг.